Украинизация России идет, понимаешь? Можешь снимать меня сколько хочешь. Что вы представляете? Я представляю человека, а вы все толерантные, да? Да. То, что у нас русских пацанов на СВО убивают, пока они здесь сидят. А что ты хочешь от девушки? Я что хочу, чтобы она снимала и нормальную одежду носила. В смысле нормальную одежду? Она хорошую одежду носит, достойную. Ты где воспитан? Я с тобой разговариваю вообще. Я заступился за девушку, потому что мне неприятно. Будь это девушка в этой одежде или в другой. А я за него заступлюсь, понял? И что? Понял. И что? Он правильно делает замечание. Да. Народы бывшего или настоящего или будущего союза, и в частности России, больные русизмом. Причем очень опасная, тяжелая хроническая болезнь. Русизм страшнее фашизма, нацизма, расизма, всех человеконенавистнических идеологий. Единственный, наверное, народ на Земле, вообще ни во что не верующий, бездуховный, безнравственный и отстал от уровня развития человечества безнадежно и надолго. Это русский. Никакой веры нет, никакой вере не подчиняется. Не привержены никакой духовности. Нравственность, отсюда и морали. Испытания российскому народу предстоят очень тяжелые, и прогноз неблагоприятный.